Ой, ладно, девчонки, нам грех жаловаться, честно. А вот мужикам не завидую. Ну, реально. Вот если ты ему не подарила подарок на Новый год, это значит, что всю свою маленькую зпшечку ты потратила на ноготочки. А если он тебе ничего не подарит, ему пиздец. Ты превратишь его жизнь в ад. Он запомнит это, сука, на всю жизнь. Ты загнобишь его так? Да, для него это будет последний день Помпея. Ибо нехуй. А так и есть по факту. Почему-то мы, мужчины, боимся обидеть женщину и тратим абсолютно все свои деньги, достаем там свои кубышки, закладываем в ломбард, берем микрозаймы и так далее. А женщина вообще не парится. Кто это такой? Мужичок обычный. Пойду он ему носку куплю с пеной и все. Попробуй, пускай рот свой откроет, что ему что-то не нравится. Я ему истерику закачу. По факту.